Незваные гости ворвались в квартиру и, пригрозив ножом, стали требовать у хозяйки деньги и наркотики. Когда женщина объяснила, что у нее ничего нет, злоумышленники решили ее наказать. Ограбили квартиру, изнасиловали женщину и ушли. У кого из вас был нож в руках? У Ульяны. У кого? У Ульяны. А зачем нож приставляли к горлу? Ну, кого он приставлял? Взял я в шкафу кошелек и достал с кошелька 2000 рублей, 122 доллара. Кроме денег и драгоценностей, разбойники прихватили с собой 4 бутылки водки, отметить удачное дело. Впрочем, празднование длилось недолго. Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Московской области в одном из домов в городе Мытищи задержаны 3 подозреваемых в совершении данного преступления. Против задержанных возбуждены уголовные дела. Мужчины уже дали признательные показания.